Зима не сдается и уходить не торопится. Мы пробираемся через сугробы по детской площадке. Аттракционы и горки востребованы у детей в любое время года. А значит, зимний экстрим продолжается. Последствия обрушившегося ночью снегопада опять добавили работы коммунальным службам. Помочь им решили местные организации. Расчистить детский городок на улице Комарова от снега прибыла делегация общественной палаты Щелковского района. А вместе с ними и сотрудники Центра общественных и международных связей Красного Креста и благотворительного фонда «Рождественская звезда». Заваленные снегом детские комплексы и покрытые наледью ступеньки стали небезопасны для играющих детей. Общественная палата решила не ждать, когда получится все это расчистить. Решили помочь всем здесь отдыхающим, гуляющим, детям прийти и почистить вот все лавочки, все аттракционы, которые тут есть, чтобы детям было удобно. Хороший пример своим трудом показали сотрудники детям, которые вместе с ними взяли лопаты и помогали выгребать мешающий передвижению снег. Мы тут убираем снег на площадке, чтобы дети гуляли. Я хочу, чтобы тут было чисто везде. Уборка снега была проведена в течение 30 минут 12 лопатами. И важно, чтобы в других таких ситуациях была хотя бы одна лопата и один работник. Хороший пример должен быть заразителен. Марина Позднякова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».